полтора миллиона обращений и звонков обработал общий центр обслуживания «Алроса» за 5 лет работы. И неудивительно, в среднем каждый работник «Алроса» обращается в АЦО раз в месяц. Самые популярные услуги – заказ справок и документов. Если сложить обработанные в АЦО документы за год вместе, они поместятся в 120-кубовую фуру. А стопка из этих бумаг окажется чуть выше Мирнинской телебашни. В самые загруженные дни на горячую линию АЦО поступает до 1000 обращений, почти один звонок в минуту. Их обрабатывают 9 специалистов колл-центра. А всего в АЦО работает более 600 человек на 20 ключевых предприятиях «Алроса». Каждый день в АЦО подготавливают для работников «Алроса» около 2000 документов или примерно 18 документов на каждого сотрудника компании. Это факт.